Всем привет! Это обзор Лего от Калины Красной, и сегодня у нас в обзоре набор Лего под артиклом 75549 Миньоны Rise of Gru. Это у нас набор по предстоящему мультфильму Миньоны, который называется, по-моему, Грутация в русском переводе. Вот, это набор по предстоящему мультфильму, который должен выйти у нас в 2022 году. Он вроде должен был выйти раньше, но пандемия, все дела. И он посвящен у нас этому мультфильму, набор. Вот, сразу забегая вперед, скажу, что мне непонятно, в каком возрасте здесь Грю, потому что в трейлере, который я видел, там Грю, он вообще еще ребенок. А тут мне вот непонятно, то ли он ребенок, то ли не ребенок, то ли уже вот как в предыдущих фильмах про Миньонов. В общем, вот так. Почему взял этот набор? Потому что мне нравятся Миньоны. Набор я схватил на, по-моему, на Алиэкспрессе, на ТМЛ. За 800 рублей или что-то такое. Вот, мне нравятся миньоны, и мне очень интересно посмотреть на исполнение Лего, как они сделали вот эти туловища. И сам набор очень интересен тем, что здесь у нас основные персонажи. Это сам Боб, Стюарт и Грю. К сожалению, нету Кевина, придется, наверное, докупать, не знаю. Вот. Вот такая вот краткая информация. В наборе у нас 136 деталей. Это у нас такая стандартная коробка. В нем были у нас по Марвелу много всяких техники, там вот я делал обзор на призрачного гонщика, стандартная такая коробочка, современно последних лет выпусков. Здесь у нас масштаб один к одному. Вот, 136 деталей, мало для такой коробки, в такую коробку обычно чуть побольше иногда кладут, ну, в общем, как-то так. Так, вот такой интересный дизайн, тут у нас переехали, скорее всего, Боба, Стюарта, или Кевина, не знаю. И сзади у нас представлены функции этого набора. Функции достаточно скромные, то есть тут покупается, скорее всего, ради просто фигурки, если вы фанаты данного мультсериала. Вот. Что еще могу сказать? Ну, и фигурки. Больше ничего интересного такого особо нет. Что ж, давайте скроем его, посмотрим его повнимательнее. Так, ну и внутри у нас, скорее всего, не пронумерованный пакетик, потому что набор маленький. А, нет, я ошибался. Блин, серьезно? Пронумерованные пакетики для такого маленького набора, для 100 с лишним деталек. Что там еще у нас? Первое. Ну, первое у нас тут, я вижу, сами миньоны. Второй пакетик вы уже видели. Третий. Ну, кто так делает, да? Кто так делает? И инструкция, и наклеечки. Кстати, всего у нас наклеечек здесь очень мало. Очень мало, но они прикольные. Это имитация, типа, то, что диски у нас вращаются, это прикольно. В общем, вот только у нас, блин, целых 3 пакетика, они пронумерованы, я, конечно, это не ожидал. Давайте соберем, посмотрим повнимательнее. Итак, набор собран, и что он из себя представляет? Вот такие две интересные у нас построечки в виде мотоцикла. Грю, по-моему, ну, не сказать, что он сильно похож из самого мультсериала. Что-то с чем-то похожее, очень близкое, такая интересная постройка. И небольшая такая машинка для миньонов в виде ракет-бомб. Они у нас любят все подряд взрывать. Но в целом, ну, на троечку, скажем так. Потому что не особо он какой-то интересный. Он из себя представляет интересность в качестве деталей. Потому что здесь очень интересный студ, очень много студов, техник деталей и колесики, в принципе. В общем, его можно разобрать, в принципе, как и это. В целом, вот так вот. Это тоже у нас такая интересная штучка в виде ракет, колесики и ничего больше такого интересного. На детали, скажем так, пойдет. Вот. Сами минифигурки. Вот минифигурки меня очень сильно порадовали. Начнем мы с Боба. По-моему, это Боб. Да, вот такой вот у нас Боб получился. Очень интересно, леговцы подошли к решению, как сделать миньонов в лего-версии. Кстати, по-моему, у Мегаблокс они тоже делали миньонов своих. У них что-то похожее решение. Вот такой вот он очень интересный, очень смешной, из двух деталей состоящий. Ну, вот эту детальку вы знаете, закругленную такую. А так выглядит у нас торсик. А ручки у нас вот такие, они у нас на студ. Такой вот полустуд вставляется, тоже очень интересно. Вот, и еще немножко выглядит криповато, если вот мы снимем, я сниму как бы глаза, то миньон выглядит немножко криповато, скажем так, вот. Положили запасные глазки обязательно в случае потери деталей. Оба. Вот. Ну, вот так его оставим, немножко странно. Дальше у нас это, по-моему, Стюарт. Да, это у нас Стюарт. У Стюарта у нас банан, ему в руки заснул. Он у нас чуть больше Боба будет. В принципе, ничем не отличается. Я думаю, у них отличается хотя бы немножко комбезы. Их нет, они везде одинаковые. Единственное, у нас здесь печать
как видите, на голове волосики у нее есть, и один всего лишь глаз, и улыбка. Других выражений лица нету. Второй деталь такой нету. Вот. В принципе, очень интересное решение. Мне реально понравилось, как леговцы их воплотили. И самый главный персонаж у нас, ну, это Грю. Вот, по поводу Грю. Сразу скажу, что он мне немножко, я, в принципе, видел, когда его на наборе, когда заказывал и вообще рассматривал этот набор. Мне не понравилось решение, то, что ему сделали принт шарфа, хотя у леговцев есть прекрасная сама деталь, объемная шарфа, могли бы сделать так. В общем, Грю. Грю у нас имеет только принт спереди, никаких эпидов на ногах, сзади у нас тоже имитация шарфа и два выражения лица, вот такой с ухмылочкой. И вот такое, ну не знаю, радостно-печально. Вот тут, скажем так, не совсем-то он и похож на Грю. То есть, если здесь еще как-то по-фирменному можно угадать, то там вообще нет. Я вообще бы нос еще как-то нарисовал, потому что, ну, без носа он своего длинного носа как-то вообще не смотрится. И вот такие вот волосы интересные. Ну и какой итог по набору? Я купил набор за 800 рублей, скажу, что это не самая его лучшая цена, скажем так. Если есть возможность купить еще меньше, то покупайте определенно, если вы фанат серии. Если вам нравятся миньоны, если бы вы хотели просто иметь себе их коллекцию, то 100% покупайте. Сами постройки посредственные, я их, скорее всего, разберу на детали, потому что, ну, детали здесь интересны, кстати говоря, а постройка, ну, ни о чем. И из наклеек я наклеил только вот череп. Думаю, что он точно где-нибудь пригодится. А имитацию, как бы, движения не стал наклеить, потому что сама деталька круглая, там интересно. Миньоны и Грю. Миньоны шикарные, Грю можно было и получше постараться, но миньоны прямо это шик. В принципе, так, наверное, знаете, четверка с натяжкой из 5 баллов, если оценивать, четверка с натяжкой. Потому что я люблю миньонов. У меня на этом все. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзор на Лего и его аналоги. Всем пока!